Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Дорогие друзья, сегодня будет не вязальная тема. Сегодня будет обзор прекрасных товаров с торговой площадки Т-Декор, о которой я уже вам рассказывала. Мы рассматривали пряжу, крючки и вязали корзинку из этой пряжи. Сегодня будет обзор товаров. То есть это торговая площадка Т-Декор, на которой есть все и не только товары для рукоделия. Я на этой площадке, честно сказать, приоделась. Сейчас мельком покажу товары, которые мы с вами пристально рассмотрим, посмотрим на качество, расскажу о ценах, размерах и так далее. Вот сейчас я вам их показываю. Вот такая красивая, очень качественная ветровка для людей, которые занимаются спортом и любят активный образ жизни. Такой вот костюм. Спортивный цвет не передается, здесь он больше в голубизну, на самом деле очень такой бирюзовый, яркий цвет. Все ссылки оставлю, зайдете на сайт, там более цвет, так скажем, такой, как и в жизни. Но у меня почему-то в голубой. Вот такое моднейшее пальто. Значит, вот это платье спортивного кроя. Я бы назвала платье туника, очень комфортное. Все покажу на себе, поближе рассмотрим швы, качество и так дальше. Я просто сейчас показываю, что мы будем рассматривать. Возможно, кто-то остановит сейчас видео, потому что это будет им неинтересно. Ну, а кому интересно, мы продолжаем. Итак, вот такая кофточка, это не водолазочка, я потом ее покажу. И там выглядывают штанишки-джеггинсы. Не поместились у меня на плечика, чтобы вам показать. Не хватило места. Вот такое одеяло «Морской бриз» на основе морских водорослей, которое мне просто подарили в подарок. Я покажу, разложим его на кровати, все посмотрим. Красивейшая скатерть «Жаккард», которую я заказала, чтобы обвязать ее красивым кружевом, но скатерть оказалась настолько самодостаточной, что кружевом я ее обвязывать не буду. Салфеточки две к ней. И опять подарок от Т-Декор. Вот такое полотенце, я потом его разложу. И вот это полотенце мы с вами обвяжем красивым кружевом, которое потом превратится в такую узкую салфетку на праздничный стол. И вот такие сапожки. Сапожки на итальянской колодке, резиновые. К сожалению, уже нет в продаже, но о них расскажу. Там много резиновой обуви. Если зайдете, посмотрите и на цены, и на качество. Но сапоги просто прелесть. Конечно же, все продемонстрирую в отдельном видео, но хочу сначала разделить, посмотреть поближе каждый товар. Вот прям близко-близко посмотрим швы, расскажу о размерах, ценах и так далее. И в конце ролика продемонстрирую эти товары на себе. Так что, кому интересно, оставайтесь и давайте рассмотрим эти прекрасные товары от торговой площадки Т-Декор. Итак, давайте я начну, пожалуй, с самой маленькой вещи, с обуви. Это сапоги резиновые. Незаменимая вещь на осень. Очень удобная колодка. Стоили такие сапоги 1405 рублей. Я заказывала 41 размер, вообще ношу 40-й. Но было предупреждение, что здесь итальянская колодка, поэтому нужно брать на размер больше, что я и сделала. Идеально сели, единственная у меня проблемная правая нога, косточка, и не знаю, левая очень хорошо, но возможно
отдам дочери из-за косточки. А вообще колодка очень-очень удобная. Если у вас нет такой проблемы, как у меня, косточка, то смело можно купить. Но, увы, именно такой модели сейчас в Т-декоре нет. Вот такая резинка здесь текстильная, да. И сами сапоги полностью резиновые. 1405 рублей. Это, я думаю, очень хорошая цена за такие сапоги. Подробнее о них останавливаться не буду, ну, потому что нет уже товара распродано. Очень удобно, кстати, вот этот хлястик. Когда одеваешь, за него держишься, и очень удобно одевать. Вот такие сапожки у меня есть. Итак, сапоги. Вот так сапожки смотрятся на ноге. Даже невозможно сказать, что это резиновые сапоги. Смотрятся очень-очень привлекательно. Ну вот, единственное, если бы не моя косточка, хотя сейчас вот я обула, и как будто бы у меня нормально. То есть я не чувствую дискомфорт. Резиновых сапог там очень много, поэтому я думаю, что вы найдете. Кстати, что-то подобное там тоже есть. Именно такие разобрали, но там большой выбор резиновой обуви. Зайдите в этот раздел и посмотрите. Итак, идем дальше. Скатерть жаккардовая, называется она «Птицы». Я ее сейчас, конечно же, разверну. Стоила 1400, я буду подсматривать, здесь у меня компьютер. Ой, извините, 1221 рубль. Тоже нет в продаже, увы, разобрали. Размер 178 на 178. Вот именно эту скатерть я хотела сделать обвязочку, то есть кайму пришить, вернее, связать, привязать к этой скатерти. Но сейчас достану, посмотрим, и мне кажется, она будет лишней. Здесь ничего я делать не буду. Кайму мы свяжем к другому товару. Сейчас достану, посмотрим. Итак, состав, значит, ткани 100% лен, 100% хлопок. Не понимаю, как это лен и хлопок. Но то, что она натуральная, это несомненно. Это яковлевский жаккард. Делается, производится у нас, в России. Ну, здесь 95 градусов можно стирать. Утюг троечка. В общем, давайте разложим. Красивейшее. Просто красивейшее. Нет, к этой скатерти я не буду ничего придумывать. Очень красивое качество и очень подходит под наш стиль. Я имею в виду в доме, под цвет, подо все. Конечно же, это будет праздничная скатерть. Заказала, потому что к этому Новому году не нашлось скатерти. Решила это исправить и вот заказала такую красивую скатерть. Очень красивая, очень. Видно, что вот эта вот гобеленовая ниточка. Все аккуратно, никаких ниток нигде не торчит. Скатерть просто шикарная. На подарок, даже к тому же Новому году, за 1200 рублей, я думаю, будет прекрасный подарок на Новый год к праздничному столу. И вот такие салфеточки, они отдельно продаются. Сейчас посмотрим. Здесь две штуки. Цвет бежевый. Салфетка полульняная. Ну вот, мне кажется, и скатерть полульняная. Там почему-то не было, не стояли галочки. Вот 100% лен, лен и хлопок. То есть здесь должна была быть проставлена галочка. Но
На сайте было написано, представлено, что это полухлопок, то есть лен и хлопок. А вот какой процент, это уже неизвестно. Ну, наверное, не важно, потому что мы все видим качество. Итак, салфетку я выбирала отдельно, там были разные расцветки к этой салфетке. Но посмотрите, как я попала. Вот просто идеальное точное попадание к этой скатерти. Идеально подходит салфеточка. Полулен, значит, здесь. И стоит салфетка достаточно большая. Посмотрите, под прибор. Стоит эта салфетка 126 рублей. Сейчас внимательнее посмотрю. Да, салфетка полульняная. Бежевая, размер 45 на 45, цвет бежевый, стоит 126 рублей. Потрясающе, очень получился хороший комплект. И таких салфеток вы, конечно, можете выбрать любое количество к этой скатерти. Ну, я вот заказала две такие салфеточки для романтического ужина, например. Так, теперь вот такое полотенце подарили мне в подарок. Это был сюрприз, я даже о нем не знала. Написано, что это полотенце. Сейчас вот мы найдем. Но я хочу из этого полотенца сделать ажурную узкую салфетку. Полотенце Барбара называется, 50 на 150. Ну, то есть это такая длинная узкая полоска. Так, оно льняное, 100% лен. Девочки, извините, не знаю, сколько оно стоит, потому что это подарок. И когда я пыталась найти на сайте, на этой торговой площадке, сколько оно стоит, там столько полотенец таких подобных, что я потерялась в этом выборе, и я, увы, не нашла цену. Посмотрите, какая прелесть, а! Чистый лен. Конечно же, после стирки оно немножко пообмякнет. Ну, а сейчас оно вот такое, как будто накрахмаленное. Вот к этому полотенцу я планирую связать красивую кайму. И оно превратится в очень красивую скатерку такую. Узкую скатерть. Узкую салфетку для стола. Так, вот об этом я рассказала. Дальше хочу показать вам одеяло, поскольку мы уже пошли по текстилю. Давайте и закончим текстилем, а потом уже перейдем на вещи. Итак, одеяло «Морской бриз». Девочки, я не знаю, откуда Антон знал, что мне нужно одеяло. Я, конечно же, даже не мечтала, что оно будет на морских водорослях. Но я получила его в подарок. Так что мечтайте, мечты сбываются. Качество великолепное. Посмотрите, какая строчка. Какой материал. Качественный плотный хлопок. Мягкое, воздушное, легкое. Стоит оно 1634 рубля. Это с 5% скидкой от площадки Т-декор. Но если за него проголосовать, цена будет 1133 рубля. Это за двуспальное одеяло. Думаю, что это очень-очень дешево для такого натурального одеяла. Сейчас прочитаю вам, что такое морские водоросли и почему обязательно нужно купить такое одеяло. Итак, наполнитель, в состав которого входят морские водоросли, очень практичный. За ним легко ухаживать. Одеяло прекрасно впитывают влагу и сразу испаряются в окружающую среду. Имеется в виду влага. Поэтому кожа человека легко дышит под таким одеялом в любое время года. Сладкий сон вам гарантирован с такими характеристиками одеяла.
Утро всегда будет бодрым и с хорошим настроением, благодаря удивительным свойствам морских водорослей. Особая структура волокон растений прекрасно сочетается со структурой силиконизированного волокна. Вот такое одеяло. Я говорю, научитесь голосовать. И за 1133 рубля одеяло попадает в распродажу. И на целую неделю цена будет снижена на 25%. Следующий товар – это ветровка. Как же она мне нравится. Девочки, я в полном восторге. Посмотрите, какие характеристики у этой ветровки. Она дышащая, она сохраняет тепло, то есть она непродуваемая и она еще непромокаемая. Как такое можно было создать, чтобы вот эти все характеристики были вместе, для меня загадка. Но то, что я ее поливала из душа, я же должна проверить качество, так ли это. Я хочу вам сказать, она действительно непромокаемая. То есть эта ветровка создана для людей, любящих активный образ жизни, занимающихся спортом. Посмотрите, какая строчка, какое качество. А внизу флиска, которая, ну, очень в ней тепло. Посмотрите, как здесь продумано. Сделаны, вот прячутся пластики от капюшона. Капюшон отстегивается, но когда пристегивается, чтобы вот здесь вот это ничего не болталось, это все прячется вот так вот аккуратно. Я сейчас просто пытаюсь одной рукой все это дело отстегнуть и показать вам это вообще чудо моделирования вот такой вот вещи. Вот сюда входит хлястик и прячется. И вот так аккуратно выглядит верх изделия. Дальше просто там замочек. Вы можете спокойно отстегнуть капюшон и носить без капюшона, если это необходимо. Вот он, этот замок. И капюшон с легкостью отстегивается. На капюшоне также есть клапаны, которые могут затянуть. Это я вам все покажу на себе. Можно затянуть, если сильный ветер, и ваша шея, ушки, все будет в тепле. Например, я очень чувствительна. У меня, когда горло в холоде, я мерзну вся. Уши и горло — это вообще моя слабая часть тела. Значит, фирма, если я ошибусь, Montaigne называется. Здесь есть карманчики. Очень понравились мне здесь замочки. Все работает. Очень аккуратно все пришито. Значит, по низу также, видите, как спрятан этот затяжной клапан с другой стороны. Ну, в принципе, как и во всех спортивных куртках. Очень качественные швы. Посмотрите. Очень аккуратно, ну просто очень. И вот эта флиска, она настолько теплая, и учитывая, что не продувается, вообще просто все шикарно. Я очень довольна. К сожалению, такие ветровки только до 48 размера. Я в нее влезла, слава богу. Но, конечно же, нужно немножко постройнеть. Да, сделана она в Китае, эта ветровка. Ну, торговая площадка Т-Декор, я так понимаю, они ее продают. Ну, китайцы вообще, конечно, молодцы. Очень хорошее качество, просто очень. Да, стоит она 2309 рублей, но если за нее проголосовать, она будет стоить 1823 рубля. Поверьте, это очень-очень дешево. Такую ветровку, если посмотреть в спортмастере, она будет стоить около 7000 рублей. Не верите? Сходите и посмотрите.
такими характеристиками за 1800 рублей просто не купить такую, невозможно купить такую вещь. Вот я вам показываю спинку и показываю строчку, как, какого качества строчка. Очень довольна этим товаром. Следующий товар, вот такая кофточка ветровка. Необыкновенно мягкая, необыкновенно приятная к телу. И стоит вот это чудо 508 рублей. Сейчас эта ветровка в распродаже. В пятницу на субботу цена повысится на 25%. То есть люди проголосовали, 9 человек проголосовало за этот товар. И сейчас эта кофточка стоит всего 508 рублей. Представляете, я ее заказала из-за кроя. Вот эта резиночка скрывает все, я даже не знаю, как сказать, ну, резинка внизу, планка, не планка, я не знаю. Короче, увидите на мне, и я покажу, о чем я говорю. Скрывает все ваши недостатки, излишки, так скажем, на боках. Значит, состав здесь вискоза 15%, лайкра 5%, полиэстер 80%. Но очень приятная к телу. За 508 рублей просто прекрасная кофточка. Вот так вот в зиму под пальтишко набросил и пошел. Не мнется. Можно какой-то шарфик красивый, если хотите яркости. И вы в порядке. Но очень хорошая кофточка, кофтенка за такую цену. Вот так вот. Качественные швы. Показываю вам. Ничего не убирала. Ничего не придумываю. Вот такая строчка внутри. Дальше. Вот такие к этой кофточке купила брюки-джеггинсы. Единственное нарекание, или к себе, скорее всего, к себе. Я взяла 50-й размер, они на мне просто впритык. То ли я уже, наверное, больше, то ли все-таки несоответствие размера. Значит, стоят они опять этот товар в распродаже сейчас. То есть мы с вами проголосовали за него. И сейчас такие брючки джеггинсы стоят 456 рублей. Девочки, 456 рублей. Вы посмотрите на этот плотный, очень плотный материал. Я сейчас покажу изнутри, как выглядит. Вот такой материал, очень плотный. Ну, конечно, здесь нет карманов, это просто бутафория. Ну и как во всех джеггинсах, для девушек, которые хотят скрыть лишний излишек веса, это как нельзя лучше, без карманов. Так, давайте посмотрим, что здесь. Цвет черный, размер, вот вы видите, 50-й. Состав сейчас скажу, буду подсматривать в компьютер, скажу о составе. Так, а состава здесь я и не вижу. Облегающие брючки эластичной ткани, зауженные к низу. Высота посадки, да, высота посадки здесь средняя. Ага, вот нашла этикеточку, мои хорошие. Сейчас мы посмотрим, что здесь за состав. Итак, 58% ПЭ, но это вот какая-то синтетика. 36% вискоза, 6% лайкра. Напомню, размер 50-й, средняя посадка. Ну и тут стирать в 30 градусах и так далее. Просто класснючие. Вот если бы посадка у этих джеггинсов была высокая, вообще цены бы им не было. Я видела, что здесь средняя посадка, но, как говорится, надеялась, а вдруг натяну повыше. Нет, натянуть не удалось, потому что материал здесь плотненький, но немножко тянется, потому что совсем чуток лайкры все-таки здесь есть.
очень хорошо под вот эту вот серую кофточку, которая называется, кстати, Атлантика. Итак, на подиуме костюм Adibas. Девочки, то, что он мне нравится, это ничего не сказать. Я давно хотела именно вот такой легкий, тоненький, но в то же время костюм хорошего качества. Это он. Цена сейчас, костюм в силу наших голосов, набрал 9 голосов. И сейчас этот костюм находится в распродаже. Торопитесь. До пятницы 24 часов этот товар будет стоить 990 рублей. Для такого спортивного костюма это просто вообще, можно сказать, даром. Даже в 1300 рублей до распродажи. Кстати, я его заказывала именно, он не был в распродаже на тот момент. Сейчас вообще это просто цена ни о чем. Очень мягкий, очень приятный к телу. Так, вот костюм Adibas, вы видите артикул. Вот с размером я бы поспорила. Какое-то чувство мне подсказало, что нужно заказать размер побольше. И я это сделала. И он на мне, у меня не 52 размер, это точно, но он сидит на мне просто шикарно. То есть, если будете заказывать, если успеете до пятницы, заказывайте на размер больше. А то и на 2. Вот вы видите, у меня столько товаров от фирмы Натали. Я вам сейчас еще платье покажу. И вот этот костюм. Посмотрите, какая резиночка вверху. Посмотрите на эти швы. Просто потрясающе. Внизу брюк. Я все вам продемонстрирую. Сейчас мельком немножко поподробнее о качестве. Чтобы вы рассмотрели все швы. Тоже вот такие вот полоски. И надо же, придумали. Не Adidas, чтобы не платить за название. А назвали Adibas. Ну, это же просто находчивость людей. Просто класс. Девочки, я... Здесь есть карманчики. Вот они. Я вам все покажу на себе, мои хорошие. Просто сейчас посмотрите на это качество. Вы просто посмотрите. Легкость, воздушность. И в то же время... Ну вот, Натали Шоп. У меня еще платьице есть от Натали Шоп. Так что торопитесь. Сейчас такой костюм. У кого детки пошли в школу, просто незаменимая вещь за 990 рублей. Вот такой костюмчик. Показываю платье, которое тоже 52 размера. Девочки, 52 размер, это громко сказано. Оно 46-48, не больше. Поэтому тоже имейте в виду. Такого же качества, как и костюм, из того же самого материала, я просто это вижу. А вот такое платье с капюшоном, такого спортивного кроя, очень красивое. Под черные леггинсы просто самое оно. Да даже под эти черные джеггинсы, которые я вам только что показывала. Платье опять в распродаже, и цена до пятницы 24.00 будет стоить 753 рубля. Вот такая красота. Значит, состав лайкра 8%, полиэстер 20% и хлопок 72%. Вот такой же состав и у этого костюма. По-моему, я там не сказала, но знаете, что один в один. Со спины полностью все черное. Я имею в виду про это платьице. Единственное, вот так вот капюшончик смотрится красный. Рекомендую и успейте купить, пока это платье есть в распродаже. До 52 размера, начиная от 42, сейчас все размеры есть. Итак, последняя вещь, о которой я хочу рассказать, и, увы, которой сейчас нет в продаже, но оно и понятно. Моя мечта сбылась. Красное пальто. Я обязательно к нему свяжу красное платье из шелкового блеска.
и у меня получится просто потрясающий ансамбль. Посмотрите на эти швы, вы просто посмотрите на эти строчки. Здесь, значит, этикеточку я нашла, состав этого пальто. Невозможно посмотреть на сайте, потому что нет уже в продаже. Посмотрите, какой состав. 70% шерсть, 30% акрил. Конечно же, этого товара его разобрали сразу. Великолепный крой. Я, увидите все на мне. Там очень интересная спина. Но вот спину я все-таки вам покажу, потому что в видео, когда я буду демонстрировать, ну, как бы можете не рассмотреть. Сейчас вот пока оно висит, расскажу. Ну, то, что вы видите, карманчики, очень хорошая на ощупь ткань. Вот такие манжеты. Вот такая пуговица. И стоила эта пальтишка 1500 рублей. Мои хорошие, это не площадка, это просто находка для тех, кто хочет сэкономить деньги. Вот такая подкладка здесь. Но оно совершенно не утепленное. Это такое легкое пальто на теплую осень и, так скажем, весну, когда уже не начало весны, а, так скажем, уже конец апреля, ну где-то вот так вот. Оно очень хорошо подойдет. Красивейшее, яркое, очень хорошего качества, очень хороший состав, а цена — это просто сказка. Вот показываю вам спинку. Посмотрите, как интересно сделана спина. Видите, какое интересное решение. Здесь есть, кстати, в плечах, как эти, ну, поролоновые подплечники. Сидит на мне оно, ну так скажем, постранить бы немножко, на тройку килограмм надо. И несоответствие размера. 52 размер. Я заказывала, но мне кажется, оно 46-48. И внизу вот такая шлица. Потрясающе. Очень элегантная, очень красивая и очень приятная пальтишка. Итак, мои хорошие, не нашла более подходящего места. Пришлось выйти в прихожую, чтобы показать вам пальто. На улице пасмурно и не могу найти нормального освещения. Итак, пальто, которое полушерстяное, 70% шерсти, 30% акрил. Единственное, что не согласна с размером. Пальто 52 размера, но мне нужно для него даже немножечко похудеть. В расстегнутом виде вот так вот смотрится. Сейчас вот повернусь. Посмотрите, как красиво сделана спинка. Я вам уже близко ее показывала. Но в застегнутом состоянии, вот когда я пристегиваюсь, мне кажется, что нужно немножко объема, которого не хватает в этом пальто. Ну, хотя, не знаю, вот сейчас застегнусь, посмотрите. Можно носить как под пояс, так и без пояса. Я уже не буду создавать образы, а то и так уже видео затянулось. Смотрите, вот так вот смотрится под поясок. Карманчики здесь вот накладные. Очень красиво, очень сочное. Я давно хотела красное пальто. В общем, просто шик. Посадка идеальная. Хорошо плечах, вот я говорю, здесь как-то странно так посажен вот этот поролоновый подплечник. В общем, очень все замечательно. То есть вроде-то и подплечник есть, но он не увеличивает плечо, то есть он вот как будто по плечу. Можно вот так вот приподнять воротничок. В общем, рекомендую, но, увы, разобрали эти пальто, но думаю, что они еще появятся в продаже. Так что вот такое красивое пальтишко. Итак, мои хорошие, следующая модель — это вот такое платье спортивного кроя с карманчиками, о которых я вам не рассказала. Вот так вот сидит оно на мне.
52 размер, не согласна полностью. Заказала бы больше, смотрелось бы лучше. А так немножко, конечно, обтягивает, но в принципе носить можно. Очень яркая, очень приятная к телу ткань. Просто шик. Можно одеть капюшончик. Здесь есть вот так вот затянуть, но я, конечно, не буду это делать. Вот так вот смотрится оно с одетым капюшончиком. Для теплой осени, для прогулок. Вот такое, такое яркое. Классная штучка. Очень приятная к телу ткань. Итак, мои хорошие, кофта, которая называется Атланта. Посмотрите, то, о чем я вам говорила. Вот эта резиночка, она скрывает все вот здесь. Я не знаю, как у вас, у меня над этим нужно работать. И вот, вот этот крой, посмотрите, просто шикарный. За 500 с чем-то там рублей, я уже не помню все цены, мои хорошие. Вот, посмотрите. И вот эти джеггинсы сейчас на мне. Единственное, что вот я сейчас приподниму, чтобы вы видели. Вот здесь они находятся вот, ну, просто в очень натянутом состоянии. Если бы посадка была немножко повыше, сантиметров 5, вообще цены бы им не было. Ну а так, в принципе, вот. И это 50-й размер на мне. Думаю, что взяла бы 52-й, было бы намного проще. Вот такая вот кофтенка. Очень приятная к телу. Просто очень приятная. Рекомендую. И еще раз повторюсь, видите, скрывающая все вот эти вот наши запасы. Так, ну пошла переодеваться. Следующая модель. Это костюм Adibas. Смотрите, какие удобные кармашики. Я не могу передать своих ощущений по тактильности. Просто прелесть. Прелесть прелестная. Очень, очень приятен к телу. Можно одеть капюшон. Можно затянуть. Если вдруг похолодало, вот так вот смотрится. Просто классно. Для прогулок в лесу, в парке. Просто класс. И цена до пятницы, успейте, 990 рублей. Костюм сейчас находится в распродаже. Единственное, что не промахнитесь с размером. Лучше взять даже на 2 размера больше. Этот костюм 52 размера. Конечно же, я, на мой взгляд, размер не соответствует. Поэтому не ошибитесь, очень красиво. Сейчас вот я отойду, извините, я босая, не стала одевать кроссовки. Вот так вот. Вот так. Низ, брюк. У брюк, кстати, высокая посадка. Вот я вам сейчас показываю. Видите? Высокая, очень высокая посадка. И меня это очень-очень привлекает. Классно. Просто очень удобно. Хорошо, молния, я не буду расстегивать, потому что вниз ничего не одевала. Все работает, все очень красиво. Кстати, в 2 цветах этот костюм там представлен. По-моему, еще есть серый цвет, но мне захотелось яркости, поэтому я заказала вот такой вот бирюзовый. Потрясающий костюмчик по очень привлекательной цене. Просто шик. Друзья, и тот товар, который мне больше всего понравился. Посмотрите на это чудо. Я уже его опробовала, мы были на улице, и просто полный восторг. Вот в таком тандеме, вместе со спортивным костюмом, даже при температуре 7 градусов, сейчас у нас на улице 7 градусов, просто потрясающе. И это 48 размер, и он на меня подходит.
просто великолепно сел. Даже подошли мои старые кроссовки, если вам сейчас видно, вот максимально отошла. Просто полный восторг. Очень классная ветровочка. Не продувается, когда одеваешь вот так вот сразу два капюшона. И вот здесь вот можно даже затянуться. Просто великолепная. Рекомендую. Проголосуйте за этот товар, и вы сможете купить эту ветровку по цене в 1800 рублей. Поверьте, такую ветровку не купишь за такую цену. Удобные карманы. Удобная посадка. Вообще классно. Все настолько продумано. Вот здесь вот, вот эти вот лацканы. Сейчас вот, не знаю, попробую сфокусировать. Ну вот вы видите, прорезиненные вот эти штуки, которые защепляют ваш рукав, и все тепло остается у вас. Вам тепло, комфортно. Просто прелесть. Я в полном восторге от этого товара. Смотрите, какая флиска. Когда не так холодно, можно просто одевать на футболочку, и это будет великолепно. И еще я забуду про скромность, но мне очень идет этот цвет. Я не ошиблась. Все, мои хорошие, на этом сегодняшнее видео буду заканчивать. Всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова и торговая площадка Тедекор. Пока-пока.